Вот просто для тех, кто не знает этот вот диалог, объясняю. Объясни, да? Я должен оправдаться, я не ставил. Это все моя супруга. Гениально, там исполнение просто супер. Мальчик, сколько Феде лет? 4,5. 4,5. Федя выучил наизусть эту песню. Обожает ее очень. Называет ее треугольник и квадрат. Я просто лично видела на репетиции, когда мы репетировали с Володей в Бруклине. Федя стоял на лестнице и губами повторял все слова, которые Володя пел. Володя пел по бумажке, а Федя наизусть. Мне ничего не спасет. Так. Ой, не забывайте. Когда я напивался в хлам, меня носило по углам. Когда я недовыпивал, меня манил к себе овал. Но вдруг традиции ломая, меня влекла к себе прямая. Со мною выпить рад, и треугольник, и квадрат. Пил иногда со мной 100 грамм свои, по параллелограмм. Пил иногда свои 100 грамм со мною параллелограмм. И даже глупая окружность своей округлостью маня меняла в мир свою наружность, желая выпить за меня. И даже глупая окружность своей округлостью маня меняла в миг свою наружность, желая выпить за меня. А мистер параллелепипед был ранее Высоцким выпит. Я думаю, любой предмет был нами выпит и воспет. Я думаю, любой предмет был нами выпит и воспет. И это совсем другое. Итак.